Потерянный. Сейчас он умер, игра закончилась. Неожиданная концовочка. Я не понял, что сейчас сделал. Он что-то вырвал или что-то закрепил, или что-то... Что? Ладно, неважно. А да все, он умер. Больше не появится. Нас знакомили с вот таким персонажем, который просто так умирает. Бывает. Ой. О, понятно. Здравствуй, 2008. Следы на снегу не остаются. До свидания, в общем. Текстурки-то говно, все такое. Да ладно, ты думал, что он умер? Мне понравилось, как он сказал, мол, да он умер. Стопудово. Скафандр подключен, здоровье и инвентарь улучшены. Да ладно. О, мой год был. Вы посмотрите. У меня там теперь стало побольше. В два раза больше инвентарь стал. Ну, как я и говорил, в общем. Интересно, разработчики думают, что на Каллисто именно такая вот погода, да? Мне нужны астрономические подтверждения. Да, я иду-то. Тут везде все одинаково темно. Везде одинаковые 60 FPS. Просто я думал, всегда думал, что если я буду смотреть... Оля. Вот. Но мне не дают повернуть камеру, в принципе. Не дают. Что-то я туплю. Я вам иду вот на тот свет. А, всегда думал, что если я буду смотреть в сторону, где будет меньше FPS, значит, я иду в правильном направлении. Понял. А как он не замерзает, и как он дышит здесь? Ну смотрите, зато здесь образовалась такая вот дырочка в снегу. Так все-таки. А, ну вот, то есть вот здесь вот. Странно, короче говоря, это все. Иногда следы есть на снегу, иногда... Ладно, не важно. Это Unreal Engine 4, это на эпиков надо насрать за это. А не на Глена. Ха! Это не emergency beacon. Это beacon. Так, что? А, по краю пройтись. Да ладно, серьезно. Там мне специально показали, что что-то было на противоположном конце. Ладно. Мне не понравился этот звук. Эти звуки мне тоже не понравились. О, сейчас будет кадр из этого, с обложки прохождения, по-моему, да?
Он реально помер. Он просто помер. Ты выбрался и умер. Ты никуда не выбрался. Ты все еще на Каллисто. Ты сдох здесь же. Это планета тюрьма. Не за что благодарить. Ты просто сдох. Кайфец, конечно. Call of Duty? Вот это, конечно, просто минус персонаж. Дайте угадаю, баба азиатка за ним приехала, да? Кек. Ну надо же как-то освободить место для другого второстепенного персонажа. А может быть его еще можно было оживить, слышь ты, азиатка-убийца? Я тоже своего рода пилот. Летаю на своем пердаке. А, то есть она пошла заниматься чем-то интересным? Блин, Элиаса нельзя потоптать. Я, кстати, даже не видел кнопочки активации. Вот это... Спасибо. Чё, куда зайдём? Сюда зайдём. Итак. А деньжат-то мне навалили, нет? За что, не знаю, просто так. За красивые глаза. А. А, но зеленым подсвечен, потому что я могу это сделать. А не потому, что у меня денег хватает. Может, это баг? На всякий случай, а то вдруг оживет. Че у меня там осталось-то в инвентаре? Две хилки, немножко патронов. Нормально. Лучше, чем ничего, в любом случае. Ладно, давайте сначала это здание исследуем. Так, так, да, да. Так, подождите. Вот кто-то из них по-любому будет меня бить. Я подошел готовым. Такое чувство, будто в игре Криостазис что-то пошло не так. Анабиос или как он там называется? Анабиос он разума. О, здравствуйте. Я потратил заряд аккумулятора силовой перчатки, чтобы получить набор аккумуляторов для силовой перчатки. Серьезно? Pretty good. Можно мне патронов? Я рад, конечно, вашим аптечкам, но... Но... Кто-то из них будет двигаться. Вот ты. На всякий случай разобьем всех. Так и знал. Ха-ха.
Это было, конечно, невероятно предсказуемо, но все равно немножечко стрёмно. Так, подождите, а где второй-то? Это вот это да. Спасибо за это, конечно. Чё там по патрону? А, 4. Нормально, нормально живем. На всякий случай. Вдруг отмерзнет. Всех херачим. Там был еще один проход, видимо, я пошел сразу по нужному. Ну что ж. Чудеса монтажа. Итак, что здесь-то? Тут еще вон домики есть всякие. Нормально. Это пятихат вообще-то. Там же был 3D принтер, на котором я мог продать, да? Да, мы сейчас отнесем, все продадим. Не зря пошел назад, насыпал себе бабла. Миранда Кристоф, Кристофич, терраформирование. Терраформирование Калиста, ну ладно, хорошо, так и быть. Не, они просто прилетели сюда, а тут все такое было. Ну, теперь понятно, что его терраформировали. Терраформировали. Вот. Вот. Так вот, реформировали. Фу, все, короче говоря, я молчу. Это, конечно, смешное и забавное, но нет. Я немножко забыл. А где? Был 3D принтер. Вот, все, вижу. Так, ну что ж. Мы улучшать пришли? Это сотку! Не, ну можно другой. Ну и ладно. 900 надо. Ну и хер с ним. Чудеса монтажа! Видимо, нам вон в ту залупу. Неважно, в какую-то залупу. Ух ты! Да ты чё ж такое не подвижишься-то, а? Не успел. Нету патронов. Блин, у него что-то наросло. В принципе, когда один на один, можно не стрелять по этим его тентаклям. Мне вот этого не дают разбить. Ладно. Ни черта не видно еще. Нет, теперь все видно. Сейчас они и толком не сносят ХП даже. Что-то игра... Нормально, облегчилась. Я нарисовал только что было похоже на член. Половой. Или опаловый, неважно. Как часто я говорю слово неважно? Знаете почему? Потому что все это неважно. Потому что игра не от Кодзимы. Если бы это была игра Кодзимы, или от Кодзимы, то все это было бы чрезвычайно важно. А так? Мэх. Ладно. Строили-то, я смотрю, на века. А что тут произошло? А что произошло такого, в принципе, за вот то время с... С того момента, как я оказался здесь, что здесь мост начал разваливаться. Или у них всегда он разваливался, они такие, ну ладно, чё, нам норм. Чё дальше-то?
Здесь, оказывается, можно было пройти. Я даже... даже не думал, не гадал я. Никак не ожидал я. Никак не ожидал я бульдозера конец. Ладно, это было очень уныло, если честно. Я еще на всякий случай притоптал, как завещал нейромономах... нейромономах? Нейромонах Феофан. What the? А, там все это время было? Серьезно? А, он умер. Окей. Я думаю, а чё бить-то не могу? Блин, если он все это время там был, я его реально не заметил. Ну, кстати, здесь FPS чуть подсел. Если вдруг вы думаете, это что-то мне с глазами что-то не так. Нет, подсел немножечко. Чуть-чуть. Убавлять, конечно, я ради этого уровня... Хотя, я думаю, сейчас буду ходить по снегам 3000 лет. Ради этого уровня убавлять я ничего не буду. Никакие настройки. Но слишком много взрывных баллонов. Сейчас будет какая-то жопа. Да, их слишком много. Какую дверь? Ладно. Откуда ты это сказал? Откуда ты это сказал? Не могу вот это вот? Что это? What the fuck? Я не пойму, это отражение. Ты с... Не тебя мне нужно было. Да. Ты серьёзно? Да это просто чушь собачья. А можно мне вот... Ну. Я просто шатал эту игру, когда хочешь потянуть к себе этот сраный баллон, а подтягиваешь врага 4 раза. Иди в жопу, твою мать! No!
А, вот дверь, где он сидел, открылась. Что-то как-то маловато на этот раз врагов было. Да и лута тоже не особо много. Такое чувство, будто кто-то не пришел. А еще из веб постоянно, что у меня есть вот такой вот удар. А еще его лучше бы поставить на боковую кнопку мыши. Нормально, слушайте. Усиленная атака, это херачить. А, отлично. Выгодно. Особенно, когда не на среднюю кнопку мыши нажимаешь, а на боковую. Очень удобно. Ой, так тут еще и лут можно было полутать все это время. Все, это что такое? Но, наверное, это для чего-то нужно было. Я не просто отрывал ему яйца, да? Войти в тоннель, ведущий в гаражу. Ладно. Мне понравилось еще задание. Попытаться помочь или спасти там бла-бла-бла сотрудника. Короче, там уже спойлер был в самом задании, то, что ты нифига ему не поможешь. Я же не могу. Ладно. Найти способ пробраться через тоннели. Сейчас мне скажут способ, а нет, возвращайся назад. Все. Какое ТЗ, такое, собственно говоря, и выполнение этого задания. Я не пойду. Это мелочь же, да? А в смысле, а где у меня патроны? Кек, что? А патронов-то нету больше. Ну понятно, мелочь-то могу и с перчатки расхерачить, но... Мне понравилось, как стрелочкой там написано, мол, сюда. Я такой, нюп. Мне не нравится в этой игре то, что очень много нужно ползать по каким-то там дыркам, вентиляциям, прочим. Здесь ничего тебе не угрожает, это просто как будто свободное, спокойное место. И оно ничего не добавляет процесса, кроме как растягивает его. Хотя технически, может быть, позволяет погрузить локации. Здесь... Ладно. Причем, мне понравилось, как мне прицел наверх отвели. От этого говна, чтобы я не выстрелил, что ли? What the fuck? Я, видимо, пропустил что-то самое интересное. Это когда смотришь очень-очень неинтересный фильм, моргаешь, а там, в общем, после того, как моргнул, появляются все твои герои детства, вся киновселенная Марвел, в общем, все крутые повороты, и ты не понимаешь, а как это вообще появилось? Я потом понимаю, что когда ты моргнул, и когда ты глаза закрыл, и когда ты открыл, вот этот промежуток длился около 53 лет. Это на самом деле очень суровая и грустная история, если ты моргнул на 53 года. По-моему, где-то это уже было, либо в Сумеречной зоне, либо еще где-то. В Сумеречной зоне было все, как в Симпсонах, в принципе. Если объединить Сумеречную зону с Симпсонами, то, в принципе, получится история жизни любого человека. Ты что за... Понял. Оно взрывается. Пошли стандартные классические шушунчики бум-бум. Также здесь как бум-бумчики. Ладно. Ладно, ладно. Ох, блядь. Откуда я пришел? Тут ведь, да?
какая мне жопа. А патроны можно? Ну, я, мне просто нечем их бить. А, я же могу их подтягивать и бить об стену. Как вариант, знаете, предложу себе это дело. Почему в этом гребаном тупике ничего нет? Я обычно, когда прихожу в тупики, там что-то есть. Вот я зашел в тупик своей жизни, а там дно. Ну на всякий случай, вдруг одному разу не хватит. Ты в смысле с тебя лута не упала? В смысле с тебя лута не упала? Че, серьезно? И что мне делать с одним патроном в своей жизни теперь? Скрывать коробку и надеяться, что в ней есть. Ты чё, собака? Ты чё, собака? Это не лут. Это просто была коробка, в которой не было ничего. Здесь какое-то... дезинтегрирующийся лут? Лут? Что, что это? Почему? Это мне пока стрелочками прям... А, туда или сюда? Бэл. Сзади? Хорошо, что они притягиваются. Иначе, ну... все закончилось бы немножечко не то, что плачевно, а элементарно. Элементарно бум. Лабиринты. Блин, если здесь шел враг, значит слева что-то есть. И вот всегда такая дилемма. Налево или направо? Вот у вас возникает такая дилемма? У меня да. Ну да, у героя возникает дилемма, бежать или не бежать. А, здесь просто были патроны. Я понял, если там горит свет, значит, значит туда надо идти. Это просто геймдизайнерская подсветка. Осторожно. Лестница. Блин, это... это важная подсказка. Без нее, я думаю, я бы никак бы не смог бы выжить в этом месте. Так он взрывной? А какого... черта? Мне показалось, что он был, не был взрывным, поэтому я его уронил, потом такой, а. А, и еще и вот эти хрени восстанавливают меньше хп теперь. Хп стало больше, но хилки-то остались прежними. Охренеть, там, чтобы восстановить хп, нужно вложить в себя все. Блять, тут лежала хилка. Ну ладно, уже ничего не поделать. Я дурачок. Все, да, я не пойду туда. А, так тут другого пути-то нет. Я притянул соплю и убил я вот этого дебила. Ладно, хорошо. Зато, смотрите, я освободил и так полный инвентарь. А, нет, стало на... А, нет, стойте, тут сколько стало ячеек-то? 4? Да, вроде 4 на 3. Инвентарь теперь. А был 2 на 3, да? Стелс? Или... так веселее. Ну это чисто формально тоже стелс был. Меня никто не заметил. Собственно, свидетелей тоже не осталось. Как они ползут-то, а? Ну и так тоже норм. Ох, дадут ли мне перезарядиться?
Вот, я только что думал, что он снова зарядился, но нет. Он таки не зарядился. Щито, простите? Что орало из этого угла? Ладно, я где-то проход пропустил. А, ну ладно. Да? Зачем я выстрелил? Да, он третий раз бьет. Помните, там хилка осталась? Погнали за ней. Лол. Стойте. Погодите. Откуда я пришел-то? Видимо, я пришел отсюда. Чё? Серьезно? Я запутался в этом лабиринте сердец, если честно. Лучше на самом деле, чтобы меня убили, потому что у меня сейчас полное ХП. Да, лучше пусть меня убьют. По крайней мере, у меня сейчас будет полное ХП. А стоять, ахилла меня птя, орють, орють, орють. Там же всех разметало, да? Почему он поменял сейчас пистолет, если я и так был с пистолетом? Ладно, неважно. Так. Окей. Просто были развилки во все места. Да? Тварь, все равно же пробил меня. Ладно. Приемлемо. Не-не-не. Блин, и вот опять, вот там есть тупик, да? И вот хрен его знает. А есть там что-то? Или это просто, опять же, тупая замануха, в которой ничего нету? Ладно, погнали, посмотрим. Че, первый раз, что ли? Там вроде один враг пока что. Стойте, я понял. На эти хрени можно насаживать. Я только... До меня только сейчас дошло то, что это колье. И, по-моему, я такие штуки уже видел несколько раз. Если чё... Если вы там где-то коммент написали к другой части прохождения, стирайте, идите стирайте. Убрали за собой быстро, понятно? Мы тут смываем за собой вообще-то. Я, между прочим, для чего на YouTube пришел? Чтобы научить вас, первое, мыть руки, второе, смывать за собой, и третье, пользоваться презервативами. Короче, все одно и то же. Вот на одну и ту же тему. Не будьте гондонами, ребят. Пусть гондоны будут у вас в кармане. Как я сейчас завуалировал, это потрясающе. Я прямо горжусь собой. Да. А гондон это матершинное слово или нет? Черт. Ну, наверное, да. Ну, если вот малолетних детей, которые слушают это прохождение на колонках, ну или 35-летнего Василия Ивановича Семертуева только что одарили оплюхой. Ну, вот мама с работы пришла и там делает лапшу с тушенкой.
то значит, да, это мат. Так что, если что, Семиртаев, отпишите, пожалуйста, а то вот у меня сейчас очень много вопросов по этому поводу. Не по поводу того, что тебя плюху дали, а по поводу того, что... Матершина это слово или нет? Так, здравствуйте. Ромбическая комната? Нет, это гексагонная комната. Опять же у меня вьетнамские флешбеки по Doom 3. Там точно такое же было, когда выходил снаружи. Снаружи? Ну вы поняли. С планеты. С поверхности планеты. Ёпты, что это? А чем? Ладно. А кого еще-то убить? Вот этого? Надо было на него оставить баллон. Еще есть баллоны? Нет. Просто наслаждаемся жизнью. О, тут просто были колья. Которые думал применить по назначению, но... Назначение быстро закончилось. Что там происходит? У нее патроны бесконечные, что ли? Слушай, дай мне. Если бесконечные патроны, я буду так счастлив. А, понял. У меня закончились заряды. Блять. Был выбор, либо я даю ему сейчас превратиться, либо получаю по лицу. Блин, слишком много мне дают по лицу. Прям даже обидно как-то. Я вот не понимаю, это секция с бесконечными врагами или что? Или она там всех завалит сейчас? Так, тихо. Но... Он просто появился в... Ну, стоял в углу, братан, все, как бы, вот, и я пацан, не стал пацана. Окей, ладно. Окей! Что мне нужно делать дальше? Выжить. Здравствуйте. Ладно. Вот еще шипы. А, ну да. Вон там еще шипы. Эти, я про эти говорю. Дальше что? У нее там бесконечные патроны, да, я так полагаю? Что она там делает? Даже посмотреть нельзя. Здравствуйте. Ну. А, ну ладно, хорошо, я приму это. Самое главное, себя не наколоть случайно. Это получилось чисто случайно. Я ничего не вижу. Ты серьезно? Так, пока никого нету. А, если музон закончится, значит никого и не будет. Я полагаю, вот это вот... Вот сейчас то, что находится на полоске жизни, это означает то, что заряда у меня нету для перчатки.
добраться до Дэнни. А, Дэнни, иди нахер. Я сейчас надеюсь, я не накалю. Нет. О, зато я выбил лут. О, так можно из них выбивать лут, серьезно? Офигенно, то есть даже если насадил на кол. Клево. У меня были 3 заряда в дробовике, но этого мало. Так, тут что-нибудь было еще? Нет. Мя. Ладно. Ну. Дрейво вот так. Потихонечку. Hey, you don't have to like me, and I don't have to like you, but Elias was right. We don't stand a chance alone, but together we might just make it out of here alive. Fine. If I can get that snowcat fixed, it'll get us to the hangar. You need to open the main gate. Control should be that way. How do I know I can trust you? Here. Take this. You'll need it. Those things are everywhere. Короче, вкратце, о чем мне говорили. В общем, бла-бла-бла, это ты, это я. А дальше я забыл. Она говорит, что хочет убраться отсюда, и поэтому нужно запустить вон тот снегоход для того, чтобы добраться до ангара. Поэтому мне нужно пойти куда-то, что-то там сделать. И он спросил ее, как мне тебе доверять можно. Она ему дала за это дробик и сказала, что там много всякого говна впереди. Да. Естественно, деталь я уже забыл. Быстрое переключение оружия. Нажимайте кнопку 1, чтобы быстро переключаться между используемым оружием. Оружие можно также выбрать внутри. Серьезно? А нельзя было раньше это сказать? Серьезно? Ох, блядь. Что надо делать-то в итоге? Добраться до диспетчерской, да. Да какое у меня оружие-то? Подождите. Что она мне дала-то? А что это? Это полицейский дробовик. Так. Ну, видимо, это теперь настоящий дробовик. До этого был не настоящий. Я хотел вам честно пересечь все, что они сказали, но забыл реально, что они, о чем мне там говорили. Короче, бла-бла-бла, бла-бла-бла, иди сходи туда, нужно пустить вот этот снегоход. Это нужно браться до куда-то. Интересно, тут субтитры, конечно, работают. Что это было? Что-то камеру повело. Ладно. Так, кого-нибудь еще сковырнем, да? Бедный лейтенант Девон Уэйн. Looks like there's another control room across the way. We'll need to activate both to open the gate. Security failsafe. Makes sense. Okay, get over there. I'll man the first switch. Может, такси закажем? Яндекс такси-то по-любому привезет. Туда. Так, ну теперь-то мне хватает на то, чтобы улучшить что-нибудь. Да, я хотел палку улучшать. А, ну, соответственно, кстати, дробовик можно улучшать теперь? Да, его можно улучшать. Что, серьезно? А зачем это нужно? Вот этот? Чё-то я... Не понимаю тогда, нафига нужен этот... Дробовик на 3D принтере? А, разные патроны используются. Ну ладно, хорошо. Так, ну, естественно. То, на что я копил,
Наконец-то накопил. Да, да, крутая палка, да, клево, теперь я модный. Йоу, можно даже рэпчик зачитать. А-а-а-а-а. Блин, я подумал, что это выделяется то, что можно подобрать, а это просто освещение такое странное. Ой, опять наружу? Ну это реально дом. Или квейк. Или где там надо было через шлюзы ходить, чтобы уровень завершать, начинать. Я из шлюза в шлюз. Здорово, правда? Вот это геймплей. Ладно, давайте еще постоим, подождем. А нахрена? Просто в этот момент даже ничего не грузится. Ну, вон у меня стоит полностью незагруженный SSD. Память тоже не в плюс, не в минус. И ЦП тоже. Это просто сцена для того, чтобы она была. Может быть, это для слабых компов, когда жесткие диски что-то там загружают. Ну, как слабый комп, в смысле, без SSD. Ну, если комп у тебя без SSD, он уже слабый по автомату, по умолчанию. Так, оттуда кто-то приедет. Я чувствую. Не знаю, как я угадал. Ой, блядь, чтоб я еще разок стрелялся в таких вот узких помещениях. Слушайте, вот, а нельзя было сказать примерно 2 часа назад про быстрое переключение оружия? Я бы... Мне бы столько проблем ушло в никуда! Кто у нас там такой веселый? Стелс еще какой-то тут есть, который бесполезен. И на больших врагов он не распространяется. Ну типа, оно есть, но оно не работает. What the fuck? Открыть кому-то охрану при помощи предохранителя? Ведь если я... А его можно убить сразу? Ведь если я возьму предохранитель, то откроется эта клетка, да? Ну, да. Понял. Вопросов нет. Он сломает эту клетку и бросится на меня. Ну блин, ну, это оружие, это ружье, которое должно выстрелить. Нет? Ладно, странно. Если дают полностью прохилиться, значит будет залупа. Не знаю, какая, коня там или кобылы. Смотря какие вам мифы больше нравятся, скандинавские или греческие.
Ладно. Ну пусть там сидит, тусит. Просто, как бы сказали, как бы сказала молодежь, чилит, братан. Почему от него звука столько, будто их там трое в клетке сидит? Может, конечно, цыгане. Осмотреть электростанцию. Вау, классно, осмотрел. Дальше что? Какое ТЗ, такой и результат, в принципе. Так, тут баллоны стоят, значит, будет драка. What the fuck? Значит, будут враги. Будем кидать их на вот это вот все. Давайте, где они? Я готов. Сразу вот это вот. Избавимся от проблем, да? Так, где? А, чё? Ладно. Ах ты мразь. А, не хватило. Ну ладно, вроде ок. Самому главное на эти колонны не напасть. Не попасть. Слушайте, если попытаюсь реально их побить, я все. Распространю на себя их действия. Блин, что такое? Что-то здесь. Нет, мне показалось. Что FPS проседает миллиардно. Это просто дергается камера. О, нормально. Новый преобразователь энергии. Я уже не помню, сколько он стоит. Мне казалось, что 500, на самом деле. 0. О! О! Так, нет, стоять, подождите, в смысле? То есть, вот то, что я переключаю вот таким образом, это между типами 3D принтерного оружия. А единицей, если когда нажимаешь единицу, переключаешься между дробовиком и 3D принтером, окей. Это переключение между оружием, а то, что я делал, это переключение между 3D принтером. Между режимами 3D принтера. Так что, нет, все нормально, вовремя сказали про обучение. Если вы написали это в комментах про то, что я не прав, стирайте. Я все уже, я понял. Там прошло всего 15 минут. О. А зачем мне так часто сейчас 3D принтеры продавать что-то? Ну вот, за 200. Забирайте. Так, что там дальше? Знаете, что мне нужно? Перчатку как-то улучшить. Максимальная энергоемкость за счет периферийных... максимальная энергоемкость, окей. Силу движения за счет демонтажа... Так, при контакте противник может быть ранен, нахер. Давайте вот это вот. Максимальная энергоемкость. Шахнем. Все? Окей. Кайфец, постреляем. Ну, тогда мы будем стрелять из дробовика. Если еще переключаться на дробовик.
что у меня там есть внутри? Нормально. Чё, где подрубать-то? Алло. Здесь? А. Не увидел просто белое на белом. Ага. Сейчас где-то предательство будет. А потом ее надо будет спасать, и придется ее спасти. Потому что... Мне надо сказать, такое, ну ладно, я была не права про тебя, Джейкоб. Пошли дальше. Чё, опять ромбическая комната? Гексагонная, точнее. Хочу сказать, что она ромбическая, хотя она как бы на два угла больше. Унижаю просто. Унижаю ее по геометрическому признаку. Пацаны, я тут проползу, вы не против, надеюсь, да? Вот, я короче, с тобой одной крови. Кто из вас оживет? Так нечестно. Там еще кто-то есть сзади. Так. Тут следующий герб был. Фак. У меня еще тут есть, куда его пихать. Оказывается, все это называлось исцеляющим гелем. Был бы еще неплохо. Так, откуда я пришел? Отсюда пришел. Твою мать, мне еще по этому живому коридору из этих ублюдков идти. Твою-то. Мать. Пошел нахер. Ты что, издеваешься? Чё? Показалось. О, майн год! Так и прикурить можно. Так, где-то тут была хилка, по-моему. Недавно почивших ребятах. В ком из вас была хилка? В смысле, а где третий? Это вот он валяется? Так, видимо, в ком-то была хилка, и я не заметил. Ладно. Не зря это я сделал.
Вот этот еще хер. Нет, на нем сосульки есть. На ком есть сосульки, тот норм. Я тут разбираюсь со своими ребятами. Вот же мразь. Стараюсь. Все, побежал. Добегу? Не добежал. Дурак. Не надо было этого делать. Короче, от них не убежать. И мне с самого начала всю вот эту вот поляну проходить, да? Нет. Ну ладно. Нет, не все. Я понял. Вы видели только что под живым не было снега. Палево. Короче, здесь тоже не было субтитров, когда первый раз прошел, мне пришлось игру перезапускать, чтобы они появились, в принципе. Полутаем сейчас, погнали! Нам наконец расскажут, зачем она туда пришла. Ой, что-то... Я тоже своими глазами хотел бы увидеть. 60 FPS сейчас. Может, мы побежим? Ну, я пытаюсь бежать, он не хочет. По причинам, ну вот, потому что... В смысле, я тут оставил патроны? Наркоман, что ли? Здесь я ничего не оставил? Нет? Ты что, дурак, что ли? Лут оставил здесь. Неприбранный. О, это что-то сральник. Интересно, его кто-нибудь почистил? Это другой сральник. Нормально. Вот у нас чистый был сральник, поэтому мы все слишком хороши были. Я так полагаю, мы перевозили груз с вот этой вот парашей, да? Итак, мы упали, вся эта херня распространилась здесь и стало плохо. Окей. Они хотели этот груз остановить или забрать, или еще что-то с ним сделать. Эй, что ты делаешь? Что здесь? Медицинские запасы? Bullshit. Open it. Why? Because I said so. We're not going anywhere until you do. Okay, fine. Yep, just like I told you. But records show you made multiple drops right before the incident. Yeah, me and a dozen other cargo ships. Don't try to talk your way out of this. I know you were involved. I had nothing to do with what happened on your own. What's wrong with you? Listen,
messing with my head. Ну, это был всего лишь второй раз, между прочим. But I'm gonna figure it out. In the meantime, you better pull it together. Someone's gonna fly us out of here. А он тебе только что сказал, что у него плохо с башкой. Ты реально это все пропустил мимо ушей? Серьезно? Окей. Ну раз следовать за Дэнни, то следовать за Дэнни. UJC bioweapon. Traced it from Europa to here. To my ship? I thought so. Кто такие ОЮК? А, это организация какая-то, корпорация. Get ready. А, ну да. Мы будем идти пешком, не будем переходить на бег. Ну да. У нас же так много времени, никуда не торопимся, нет. Все хорошо. А, 5 гексагоны. Так, когда тебя у меня заберут? Потому что явно тут игра не приспособлена, что мы ходили вдвоем. Какая разница, он все равно труп. Чё стоим? А, ждем, пока дверь откроется. Окей, я тебя понял. Ship's parked in orbit. I'll activate the remote call down. А я должен, да, угадаю, пойти и все подготовить, да? We can take the elevator in the next room up to the landing deck. Yeah, that's where we took off from. Yeah. I know. Nice. I'll get the elevator. Нормально. Роботы стоят и похер вообще. Look at all these bodies. They're killing everyone. I guess someone's trying to cover up what's happening. Prisoners. This will take a minute. Look around. See if you can find anything. Окей. Я нашел труп и растоптал его. Я нашел труп робота и попытался его растоптать, но не смог. Что еще сделать, мэм? Мэм. Мэм, в смысле. А, ладно. То есть мне реально было просто побегать и посмотреть, что тут есть. Окей. Ой, простите, извините, что я кнопочку-то сразу не нажал. У нее странно так смотрится лицо в этом шлеме. Но все так же всегда говорят правду. Похоже на битву с боссом. В трубу по 5 за один раз, чего? Bigger than my old ship. Think you can fly it? Yeah, I'll fly anything that gets us off this rock. Вообще-то он сказал, что этот корабль намного больше, чем мой перед этим. No.
must learn to accept what they cannot control. Still, I'm impressed that you made it this far. Perhaps you both have potential after all. Mr. Lee, Ms. Nakamura, your journey was especially long. All the way from Europa. What'd you say? But I'm afraid there's just too much at stake here. And the protocol cannot be broken. So, though your story ends, please know that you have... Эй, голографический чувак! Ты слишком предвзято судишь о нас. Ладно, я не успел нажать кнопочку, но игра продолжается. Но это мы видели в Dead Space 2 и в Dead Space 3 много-много. А куда мне лететь-то? Много-много раз. Эх, раз, да еще. Раз, да еще много-много раз. Там реально много раз теперь летит по вселенной. Окей. Не, ну раз мне не восстанавливают игру перед QTE, который я еле-еле заметил, то значит оно не суть важно было. Я не понял, куда я лечу. Это проблема, да. Так, ладно. Здесь налево. Капец, а вот здесь FPS сильно проседает. Мешает немножечко. Ну, не удивлен, что здесь он сильно проседает. Ух ты, нихера себе. Ой-ой-ой. А, что? Понял. Мне дали несколько попыток. Вторая попытка всегда успешна. Это если у кого-то есть братья и сестры, вы знаете, про что я говорю. Опять у него приходы. Теперь он в Европу, кафе. Ну или рядом с ним, неважно. Или это приходы Айзека из Dead Space.